Жень, Женька, помоги мне. Я тебя не боюсь. Это сон. Не боюсь тебя вообще. Это сон. Это сон. Женька, да проснись ты. Дашка, это ты что ли? Господи, что ты делаешь? Ты что, пугаешь? Я же могу тебя ударить. Почему ты не спишь? Да какое тут спать? Я папину машину поцарапала. Ой, давай спать. Угу. Спокойной ночи. Да какое спать? Меня завтра папа убьет. Ну, тебе надо выспаться. Завтра у тебя трудный день. Спокойной ночи. Что? Ты реально поцарапала папину машину? Так получилось. Нужна была машина. Нам на ритуал не на чем было ехать. Так поймали бы. Да. Здравствуйте, за 200 рублей до кладбища не подвезете? А то полночь, опаздываем. Только со мной еще паук и череп. Вот пришлось папину машину брать. Так ты мне поможешь или нет? Знаешь, Даша, ты настоящий вампир. На рассвете погибнуть можешь. Даша, ну не может он подумать, что сам ее дед поцарапал. Помнишь, в прошлый раз он вообще только через неделю заметил, что у вас магнитол сперли. Поцарапала? Да это же полмашины к лешему! Даш, ты что, с ума сошла? Ты чем вообще думала? Ты очень похожа на папу. На слово завтрашнего папу. Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И хоккеист уже нас бежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается. Слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Казалось бы, только вчера приехала, и вот уже уезжаю. А ведь я вас всех так полюбила. А вы подумайте, вам теперь в очередь в ванной стоять не надо. Ну, давайте присядем на дорожку. Пуговка, телевизор-то зачем? Мы же все, когда на диван садимся, телевизор включаем. А знаете, я вам всем должна сделать подарки. А я хочу куклу Барби, а Бублику вторую. Ну что ж, мне пора. Ну, хорошо, давайте я вас подвезу. Сейчас только за машиной сбегаю. А может, чаю на дорожку попьем, а? Да! Нет, не надо. Мне еще машину прогревать нужно. Сергей Алексеевич, спасибо вам за все. Бабочка, ну не хочешь чаю, хотя бы водички попей. Надо же, такую водичку закусывать надо. А что? Ой, наверное, бутылки перепутала. Папа, может, тебе показалось, что это водка? А ну-ка, попробуй еще разок. Что ты, Даша, сделала? Вот как теперь папа Оксану подвезет? Он же этот, от него же теперь пахнет. Ну, до первого гаишника, а там пешочком. Да не волнуйтесь, Сергей Алексеевич. За мной уже, наверное, такси пришло. Ну, так давайте я вас провожу. Нет, не стоит. Я еще к Антонине Семеновне должна зайти. А, ну, тогда уж действительно без меня. Ну, вот и все. Папочка, ты не сердишься на меня за то, что я тебе водку случайно налила?
Ну, перепутала так перепутала. Представляешь, ты бы пуговки попить принесла. Папочка, ты у нас такой добрый. А вот у меня есть друг один, так у него папа просто жесть. Наказывает его ужасно. Да. А тот всего-то взял машину покататься, а разрешение не спросил. Такая ерунда, правда? Ничего себе ерунда. Я бы тоже для него ремня-то не пожалел бы. Поднял бы руку на собственную... на собственного сына? Ну, знаешь, воспитание есть воспитание. Я вот у отца тоже машину взял покататься. Так он меня после этого месяц держал под домашним арестом, а я ее даже не поцарапал, а у меня права уже были. Ну, а что отец сделал с другом своим? Он еще не знает, что с ним сделать. Так, что я сижу? Миш, на работу надо? Папочка, а лучше давай мы тебе такси вызовем, от тебя же водкой пахнет. Ну, знаешь, пока такси дождешься, похмелье начнется, я так поймаю. Теперь мне объясните, пожалуйста, что здесь происходит? Я поцарапала... Хорошо, хорошо. Я разбила папину машину. Надо что-то делать. Да. А то так мы с папой алкоголика сделаем. Клин Сергеевна, помоги нам, пожалуйста. Ты же умная, придумай что-нибудь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, если вариант сказать папе правду отпадает, то лично я вам помочь ничем не могу. Ты что, папе звонишь? Нет, специалисту по решению сложных маргинальных ситуаций. Привет, Полежайкин. Здравствуйте. Сергей Алексеевич, вы просто не представляете себе, что происходит. Я была в магазине на Рублевке, но это же ужас. Хлеб стоит 50 рублей. Одно маленькое пирожное 900 рублей. Но откуда такие цены? Я поехала в супермаркет, в обычный. Я купила там сахар, мыло, какао, муку. В общем, все, что нужно, 200 рублей. Вот, сама испекла печенье. Попробуйте. Успокойтесь. Может, чаю хотите? Кстати, чай. Вот вы знаете, сколько стоит чай? А? Сейчас. Тамара, сколько стоит чай, который вы купили? Ровно столько, сколько на него положено тратить. А если вы меня опять в чем-то подозреваете, то я могу брать чеки. Тамара, просто скажите, сколько стоит чай? Да. 230 рублей упаковка, 50 пакетиков, осталось 12, у меня все. Вот. А там 500 рублей. То есть получается, что мне нужно работать официанткой целый месяц за 1,5 литра чая и 6 пирожных. Оксана, как психолог, я могу вам посоветовать отгородиться от стресса, заняться домашними делами. Да это... какими? Ну, мне там нечего делать, вы понимаете, я из-за этого и в магазин поехала, потому что там все убрано, там чисто. Я хотела пыль стереть, а домработница в слезы говорит, не увольняйте меня. Ну, вот и отдохните, побездельничайте. Да я не могу, я уже привыкла... Все время что-то делать. Ну, не знаю. Может, вам посудомоечную машину сломать? Тамара, чем вы заняты? Я просил вас напечатать отчет за прошлый месяц. Я его распечатываю. Давно? Так, не удалось напечатать документ, закончилась бумага в принтере. Сейчас еще раз попробую. Можно было давно уже сходить за бумагой и купить ее. Тамарочка, бумагу купила только для принтера, пищи не было. Я сейчас еще в один магазин схожу и там все куплю обязательно. А для факса тоже не было бумаги? Я же просила в первую очередь. Купила, купила. Ой, а про картридж-то цветной я совсем забыла. Просто из головы вылетела. Но это ничего. Так. Значит, остался картридж и пища и бумага. Все, я полетела. Так, минутка отдыха закончилась. За работу. Тамара, это что такое? А что вы кричите? Это ее инициатива. Я не могу же ей запретить ходить по магазинам. Вы бы видели, как она радовалась, когда я разрешила ей помочь мне. Разрешили? Да! А может быть, вы ей разрешите вместо вас на работу ходить, а вы только раз в месяц будете приходить зарплату
Получай. Тамара! Короче, нам нужно, чтобы папа не заметил, что мы брали его машину. Понятно, все решим. Я заметил, но подумал, что это не мы. А да. Сделаем. Я у отца уже 10 раз брал машину. А вот, правда, один раз запалился. Он ее все время около подъезда оставлял, а я ее в гараж загнал. Ой, потом целый день сесть не мог. Ну, вот такие дела. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Чего ж здесь исправишь-то? Ё-моё. Не, девчонки, капец вам, стопудово. Я так и думала, что он не справится. Да, нам-то нужен профи. А, так тут только перед, да, разбит? А мне-то в темноте показалось. Так, ну, колеса целые, да, вот капот тут. Ну, короче, справлюсь. Нейролингвистическое программирование. Великая вещь. А по-моему, ты его тупо на слабо взяла. Это всего лишь вопрос терминологии. Доброе утро, Тамара. Сделайте, пожалуйста, кофе. Сергей Алексеевич, у нас сегодня не просто кофе, а кофе с печеньем собственного приготовления. Оксана, что вы здесь делаете? А я согласилась заменить Тамару. В смысле? Ну, она сказала, что это ваша инициатива, а она теперь придет только за зарплатой и все. Нет, нет, позвоните немедленно Тамаре, чтобы через 10 минут она была на работе. Сергей Алексеевич, ну, пожалуйста, разрешите мне поработать чуть-чуть. Хорошо. Я сам ей позвоню. Сергей Алексеевич! Сергей Алексеевич, ну, давайте назовем это робототерапией. Я буду платить вам за свою работу, как за ваши сеансы. Пожалуйста. Ну, естественно, Тамара трубку не берет. Ну, хорошо, оставайтесь. И ваша работа – дозвониться до Тамары и пригласить ее на работу. Спасибо, босс. Серега, слушай, одолжи мне 100 миллионов. Что? Ты, наверное, сказочно разбогател. У тебя жена олигарха, работа и секретарша. Нет, ты ее по ипотеке нанял. Да, в том-то и дело, что ничего я не плачу. Да ты что? Человек работает за идею. Человек работает за Тамару. Везешь же людям, а? Да не хочу, чтобы она у меня работала. Почему? Ну, потому что неловко мне как-то. Ну и скажи, что ты недоволен ею. Да в том-то и дело, что она справляется со всем. Вот. А-а-а. Ну, целый день пытаюсь составить список. Ну... К чему придраться? Так. Получилось вот что. Что? Слишком уж вы... И? Ну, пока все. Да. Сергей Алексеевич, позвольте, я заберу у вас мусор. Спасибо. Да уж. Слушай, так ты ее побольше работой заваливай. Чего она у тебя без дела-то сидит? Да она уже все переделала тут. Серега, ты что, в армии не служил, что ли? Вокруг столько работы! Затем, Оксана Викторовна, распечатайте всю документацию и заверьте копию у нотариуса. Потом в регистрационной палате очередь займите. Обычно за месяц вперед. И по пути заедьте, пожалуйста... Куда-нибудь в центр, по самым пробкам. В ЦУМ. В ЦУМ. Как доберетесь, звоните. И я скажу, что нужно. А уже потом будет не нужно. Да уж. Я что-то очень сомневаюсь, что Полежайкин все так быстро сделал. Не знаю. Позвонил. Говорит, приходите, зацените. Блин, я тогда его расцелую. Ксения Галина Сергеевна. Давайте. О, а вы уже пришли, а я еще не закончил. Вот так уже лучше. Полежайкин!
Как что? То, что вы просили, теперь отец точно не подумает, что машину поцарапали вы. Полежайки, по-твоему, кто тогда это сделал? Дядя Егор. Какой еще дядя Егор? Ай, когда ты идешь, так дядя Егор. Дядя Егор, это я. Лежайки, это кто? Ну, я же уже сказал, это дядя Егор. Он без определенного места жительства. Ты что, совсем спять? Его же в тюрьму посадят. Да уж поскорей бы. Я в санатории, оплачиваемый государством, каждую зиму выезжаю. Ты мог хотя бы позвонить, советоваться. Так, мол, и так. Можно я превращу вашу машину в металлолом? Не надо. Ну ладно, извините, я осел. Извините, я осел. Да-да-да. Угу. Да, заедем и завезем. Оксана Викторовна, звонят из налоговой, указ новый вышел. Надо, чтобы вся отчетность была написана от руки. Да-да-да, все понятно. До свидания. Оксана Викторовна, у меня такая просьба. Обзвоните, пожалуйста, всех моих бывших клиентов, узнайте, как у них дела, и пригласите ко мне на прием. Скажите, что у нас проводится акция. Чем разводиться, дешевле помириться. 20% скидка. Вот. Адреса возьмите у Тамары. Надо заехать к ней домой для этого. И еще чайку, пожалуйста. Угу. Старик, ты меня иногда пугаешь. Так издеваться над бедной женщиной. Ты же мне посоветовал. Да? Ну, вообще-то так трогательно, когда ученик превосходит своего учителя. Оксана Викторовна, отнесите, пожалуйста, документы. Сергей Алексеевич, ну я же очень устала. Ну я не хочу больше. Можно мне домой? Отпустите меня домой. Что значит отпустите? Еще 23 минуты до конца рабочего дня. Возьмите. Да я не хочу больше работать. Я хочу домой отдыхать и бездельничать. И еще, может быть, в своем бассейнчике пару кружочков. Ну, пожалуйста, можно мне домой? Ну, хорошо, можете идти. Спасибо. Но завтра пол восьмого как штык. Нет. Вау, девчонки! Пап, что, зарплату повысили? Да нет, вряд ли. Он скорее магазин подарков ограбил. Так. Дорогие девочки, спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Надеюсь, вам понравятся все эти нескромные подарки. Обнимаю. Оксана. Так. Скейт. Это мне. А я думала, бабушке. Так. Ой, а это мне. Ладно, я потом открою. Немножко помучаюсь. Так, вот это тебе. Ой, какая... Посмотри на бублика. Так. Все, я так больше не могу. Я тоже еле-еле дождалась. Я пуговка, не о подарках. Ой, господи, о чем же еще-то? Я решила признаться папе. В чем? Ну и тебе еще. Привет. Привет, папа. Ой, Оксана привела в исполнение угрозу с подарками. Да. Когда успела? Пап, мне нужно тебе кое-что показать. И для меня сюрприз. Это я люблю. Прогуляемся в гараж, пап. Боюсь, что теперь нам много гулять придется. Ну и что за сюрприз? Вы прибрались в гараже? Понимаешь, пап... Неужели машину побыли? В общем, пап, я знаю, что ты работал на эту машину чуть ли не всю жизнь. И то, что мы сделали, это ужасно. Вы? Да, пап. Точнее, я. Это я превратила наш старенький Фольксваген в эту груду хлама. Но я обещаю, папа, этого больше никогда не повторится.
Ой. Ух ты. Ой. Пап, ты точно не слышал, что я тебе только что говорила? Сергей, а это подарок вашей замечательной семье. Только не думайте отказываться, потому что чек я все равно забыла взять, так что вернуть ее уже не удастся. Южноафриканский суслик, 5 букв. Ну, думай, че. Тамара, в чем дело? Понятия не имею. Пришли, толпятся, работать мешают. А, все старые знакомые. Ну что же, Тамара, видите, как хорошо, когда так прекрасно работает секретарша. Поэтому в этом месяце на вашу зарплату тоже скидка. 20%.